В общем, сегодня еще терки снимем. И вот сюда, вот сюда, сюда. Как никогда, кстати. Всем привет, мои хорошие, с вами Агеймери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. На сегодня опять будет мукбанг. Правда, все, что есть на тарелке, все сливается. Давайте покажу вам сблизи. Это роллы в лаваше моего собственного приготовления. Приготовила соевый соус. Чай у меня здесь, потому что дома холодно. И вот такие вот палочки. Будет у нас такая имитация роллов. Настолько полюбила роллы, что вот готовлю себе вот такие вот. На самом деле этот рецепт, он не мой. Но очень вкусно. Очень-очень вкусно. Мое настроение, честно, вообще не очень. Я сидела, смотрела мукбанги и решила, что тоже хочу что-то приготовить и поесть, поболтать. Ну и как-то, знаете, от всего как будто устала. Меня все настолько надоело. Во-первых, дома очень холодно, одубеть можно. Пришел мастер, который типа чинит комби. Еще больше сломал комби. Потом пришел еще один. То есть, если ты не можешь починить, зачем браться за это? Зачем называть себя мастером? Даже в следующий раз уже боишься еще кого-то звать, потому что не знаешь, кого тебе пришлют. Какого-то самоучку? Или действительно профессионала своего дела. Я не люблю вот это состояние, когда дома холодно, вот постоянно ты одетый. Я вот сейчас вот для видео просто одела свитер, так я хожу в свитере, еще плюс сверху халат. По идее, на улице теплая погода, в том плане, что плюсовая. Но у нас новостройка, и соседей снизу, например, нету, с этой стороны тоже никто не живет, и поэтому очень-очень холодно дома. Я не люблю, когда дела идут не по моему плану. Как вы знаете, я работаю, я снимаю видео для Ютуба. Я не хочу жаловаться, но у меня такой график. То есть весь мой день, он расписан. Из-за людей, которые не знают свое дело, я, получается, страдаю. Я работала в магазине техники. Я там замечала такую особенность, что все берут комби с гарантией, золотой гарантией. В течение 4 лет, если что-то произойдет с комби, то действительно квалифицированные мастеры придут и починят. Поэтому все брали. Мы, конечно же, взяли не там. Взяли какой-то дешевый комби. Подумали, ах, какая разница. Он нам прослужил год. Не будем о чем-то грустном. Поговорим о чем-то веселом. Выложила видео с Burger Station. Там многим понравилось, что черный фон, он как бы все внимание направляет на еду. А когда фон разноцветный, хочешь не хочешь, внимание рассеивается. Так вот, я теперь думаю снимать вот в таком вот фоне. Просто поменять здесь шторки на черные просто. И еще хочу поменять тарелочку. Пожалуйста, не ругайтесь, я знаю, что все это дело сливается. Просто у меня не было выбора.
Я уже подумаю над тем, чтобы поменять эту белую тарелку на деревянную. То есть я все это вижу, я знаю, что смотрится не очень. Очень извиняюсь за это, но я обещаю исправиться. Вообще это все с соевым соусом. Божественно, честно. Что входит в эти роллы? Это лаваш, обмазанный обильно майонезом. Затем я сварила грудку, мелко нарезала грудку. И еще здесь яйцо куриное. Тоже разрезала, сюда же добавила. Также, кстати, в рецепте было написано, что огурчик можно сюда добавить. Но я подумала, что огурчик пусть будет рядышком. Я не знаю, вам слышно или нет. Мама взяла трубку. Опять очередной мастер. Ну, в общем, макаем. Божественно. Даже огурчик, он настолько вкусный, когда ты голодная. Я сейчас голодная, еще плюс злая. А злая, потому что я голодная. До этого там по работе дела тоже не супер идет. Вот у вас бывают такие дни, когда идет все плохо. Просто все. Единственное, комментарии хорошие. У меня всегда хорошие комментарии. Спасибо вам за вашу любовь, за вашу поддержку. Спасибо, что не обсираете меня в комментариях. Я это ценю. Нет, соусом лучше. Как-нибудь, когда ко мне в гости придет Фатя, надо будет приготовить такие роллы. Попьем чаечек. Еще у нас соседи какие-то очень странные. У нас есть одна общая стена, которая вечно влажная, и мы клеим туда обои каждый раз. Потом они отваливаются просто потому, что у них где-то там что-то течет. Когда мы к ним обратились, что исправьте, они такие: это не у нас. Да, это не у нас. В общем, сегодня еще терки снимем. А еще у меня в последнее время болит спина. Если бы у меня болел бы желудок, я еще поняла. Там я видео снимаю, только при чем здесь спина? У меня вообще никаких физических нагрузок. Может быть, это связано с моим ритмом жизни. Вы же знаете, что я каждый день выкладываю видео. Следовательно, каждый день что-то снимаю. 2 часа сижу, монтирую. Плюс еще по работе. Минимум 4-5 часов я сижу за компьютером. Иногда бывает, я сплю по 4-5 часов. То есть это очень мало. Мало времени провожу в горизонтальном положении. Ведь даже в Инстаграме я же не снимаю все, что я делаю, правильно? Вот. Поэтому мне еще болит спина. Радикулит. Сегодня я так сижу, и мне так хочется, знаете, просто взять и куда-то уехать отдыхать.
не судьба. Вот за лето, например, Фати съездила в Турцию, не знаю, другая моя подруга съездила в Грузию. Я просто сижу и думаю, а я никуда не езжу. Я только работаю. Вот. Пора бы мне тоже куда-то ездить. Мир хотя бы увидеть. Меня люди спрашивают, а где ты была? Мне, честно, даже стыдно признаться, что по большому счету я нигде не была. В плане путешествий. Никогда особо, знаете, такой возможности не было. Если честно, вот открыто говорить. Вот. А сейчас вроде как возможность есть. На моей основной работе я очень хорошо зарабатываю. Но я пытаюсь опять же откладывать, копить деньги на свое будущее и так далее. Иногда мне кажется, что я слишком заморачиваюсь вообще по поводу жизни. То есть вот я думаю, что будет через 5 лет, как бы стать успешным через 5 лет. А может, этого вообще не будет. То есть я не проживу. В общем, как-то так. Обожаю. И вот сюда, вот сюда, сюда. Как никогда, кстати. Сейчас, когда я вспоминаю, что я вообще не могла роллы взять палочкой. Мне кажется, это дико. Это ж так легко взял. Макнул, сел. Это, кстати, у меня бывает очень редко. Я по жизни вообще оптимист. Ну, раз, наверное, в 3 месяца у меня бывает такое настроение, что я считаю нормальным. То есть иногда бывает, да, что поделать. Иногда все на тебя наваливается, ты грустишь. Я решила именно в этот момент снять видео, чтобы вы меня увидели и такую. Такое бывает крайне редко. Ой, какой чай классный. Ой, какой чай, ой, какой огурчик. Вот когда я хвалю что-то, это реально мне приносит кайф. Вот. Ешь. Думаешь, как вкусно. Я уже почти все доела, так и не ответила ни на один вопрос. Вот интересный вопрос. Люблю вопросы, на которые можно порассуждать. Его задает АДДД. Такой ник. Такой ник. После видео, что вы делаете с Фатим? Она уходит домой или вы сидите болтаете? Мы сняли видео. Одно, да. Потом какой-то перерыв. Где-то полчаса. Потом мы снимаем второе видео. И потом нету такого, знаете, видео снято, и все, она пошла. Мы обязательно сидим, болтаем. Иногда сидим, например, смотрим какого-то другого блогера. Или, например, комментарии читаем друг другу. Вот. Капустка. Мы вообще на протяжении дня очень часто общаемся с Фати. Можно сказать, нету такого дня, чтобы мы с Фати не переписывались. Вот, ну нету такого. Некоторые там в комментариях пишут, вот, Фати тебя не любит, ты ее любишь больше и так далее. Поверьте мне, это ерунда. То есть вы не видите всего, что происходит между нами. Вы видите только через экран своего телефона. А через экран невозможно все понять. Я считаю, что Фати меня любит так же, как я ее, может даже больше. Так что в этом плане у нас все круто. Что самое главное в жизни? На данный момент для меня самое главное в жизни — это моя мама.
Все. Просто главнее нее не может быть никого. Достижения, жизненный статус, карьера и так далее. Это все не сравнится с тем, чтобы рядом с тобой была мама. Хотя мамы разные, честно. Есть такие мамы, что, господи упаси, но большинство хорошие. Элементарно, сама что-то готовишь, и готовит мама. Я не знаю, как у вас, но у меня всегда мама готовит вкуснее. И это всегда. Господи, как это вкусно. Как это вкусно. Кстати, их я тоже не любила. Такой вопрос. Какой смысл задавать тебе вопрос, все равно ты не отвечаешь? Вы поймите меня тоже, пожалуйста. Время ограниченное, например, в видео. Хочется на вопрос как-то обширно ответить, правильно? И иногда бывает, что вопросов очень много, времени мало, я не успеваю на все отвечать. Или же ваш вопрос, может быть, просто повторялся. Учитывайте эти моменты, не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Ой. Вкусно. Как думаешь, что вкуснее, суши или пельмени? Самая вкусная еда – это роллы, но недавно я попробовала лазанью, и вот с полной уверенностью могу вам сказать, что самая вкусная еда – это лазанья. Вот вкуснее нету. Вкуснее не бывает, ребят. Это просто бомба. Это просто нечто. Вот. Вы мне сказали, что мне идет хвостик. Ведь я постоянно делаю хвостик. Вы мне сказали, что мне подходит эта помада. Я крашусь только ею. Видите, как я беру палочками? Не наелась. Вот не наелась. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока.